Два раза в год, весной и осенью, сочинцы могут приобрести текстиль из Иваново. А это, как известно, ведущий текстильный центр. Вся ивановская продукция высокого качества, а разнообразие тканей и рисунков на любой вкус потребителя. В большом ассортименте постельное белье, мягкие удобные подушки, одеяла с натуральными наполнителями, покрывало, полотенце, кухонный текстиль, трикотажная одежда для всей семьи. Материалы используются у нас натуральные. Это хлопок в основном, представлен в биологии. В сатине, в поплине, в ситце. Все это хлопчатобумажные ткани. У нас качественный товар, у нас натуральные ткани, у нас российский производитель. Так что приходите, поддерживайте, смотрите, приобретайте. Постельное белье представлено как в комплектах, так и отдельно. Можно купить наволочки, простыни, пододеяльники. Размерный ряд широкий, евро в том числе. Есть и красивые подарочные наборы. Привлекает покупателей возможность не спеша определиться с покупкой, выбрать недорогое, качественное и все, что действительно необходимо для дома. Здесь выбор больше, качество лучше, обслуживание. Есть где посмотреть. Доступно. По сравнению с магазинами, конечно, это здесь доступнее. И выбор хороший. Текстиль от ивановского производителя отличается не только качеством, что, конечно же, самое важное, но и эксклюзивностью, стилем, изысканностью и современностью. Ярмарка текстиля из Иваново работает с 10 утра до 19 часов. До 22 октября в выставочном центре Морпорта на улице Несебрская, 16. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.